У меня для грусти нет причины. Я привез жену на маникюр. Скоро по своим делам поеду, хоть минутка есть на перекур. И вот вторую пачку почти я докурил. Все перебрал визитки и зеркала помыл. Натер панель приборов и позвонил друзьям. Сейчас выйдешь, ты красивая девочка моя. Масло в норме и давление в шинах. Омыватель отдалил бачок. Я полчаса даю тебе, родная. У меня остался бардачок. В багажнике убрался, аптечку перебрал. И по второму кругу добрался до зеркал. И женские журналы сижу, читаю я. Ну что ж тобой там делают, девочка моя? Бабку перевел через дорогу. Пробку на проспекте разрулил. Перепарковал два Мерседеса. Ну, конечно, зеркала помыл. И я опять вздыхаю, печаль в глазах тая. Ты, наконец, выходишь, девочка моя. И тут я замечаю в глазах коварный план. Всего на две минуточки заехать в Ашан. Всего на две минуточки заехать в Ашан.